Всем привет, с вами снова Макс Сович, мы продолжаем проходить Пилу, и у нас вторая глава. Первая глава у нас заняла практически целый час, посмотрим, сколько займет вторая. Итак, Дженнингс, вторая глава, поехали. Поверить не могу, что я снова здесь. Слушай, ты сам знаешь, я раз уже прошла его испытание. Сейчас нужно быть осторожными. Двери не то, чем кажутся. Безумцы. У меня такое чувство, что весь сумасшедший дом в ловушках. Играй по правилам, и оба выберемся. Он наблюдает. Ты уже пережила одну его ловушку. Как ты смогла? Хотя явно провалила испытание. Потому он снова меня сюда и притащил. Да еще с копом поганым. Ну надо же. На всякий случай говорю. Здесь всем заправляет конструктор. Найдите первую подсказку конструктора. Привет, Аманда. Все вижу, все слышу. Мы это уже поняли. Так, гвоздь, шприц, отлично. Еще бы оружие дали какое-нибудь, было бы вообще просто замечательно. О, чувак, здорово. Блин, не пугай меня так. Лучше бы оружие положили. Детектив, ваша одержимость мною разрушила вашу жизнь и привела вас сюда словно крысу, бегущую от жаркого солнца. Думаю, вы знаете кое-кого из собравшихся здесь. Ваш старый друг из органов Дженнингс Фостер. Можете спросить его, что на самом деле случилось с том ДТП, которое вы с ним расследовали. Если, конечно, он будет еще жив, когда вы найдете его. Сможете ли вы простить человека, забывшего про нет, вас времени на отдых. Защиты? Предлагаю поторопиться, детектив. Узнай тайны, хранящиеся в подвале. Так, Аманда, ты где там? Давай уже, бегом. Так, значит, спасите Дженнингса Фостера. Ясненько. Так, дайте... О, отлично, швабра, ручка швабры. Как думаете, человек, убитый вами, также звал на помощь, когда умирал, лежа на улице? Ты, откуда ты знаешь? Я никогда никому не рассказывал! Вы скрыли это, но все, что похоронено, лежит и гниет, не так ли? Отталкивая всех, кого вы любили, все, о чем вы заботились... Пошел ты! На помощь! На помощь! Ах, господи! Вытащите меня отсюда! Нет. Все готово. Удачи, детектив. Вот так вот. Не успели мы спасти Мелиссу, да, и тут же ее снова кто-то утащил. Сними его с меня! Сними его! Сними его! Сними его! Нам нужен ключ. Ну что, пойдемте в бойлерную комнату. Ключ, как и ваша жизнь, лежит на самом дне. Стой, чувак, куда ты побежал? Даже простая ходьба может быть опасной в мире конструктора. Смотрите под ноги в поисках растяжек, привязанных к дробовикам, и вовремя обезвреживайте их. При наличии нужных предметов их также можно установить заново и использовать против врагов. Никогда, если честно, их не устанавливал заново, но всегда обезвреживал.
Бойлерная комната. Дорога впереди станет вашим первым испытанием на пути к другу. Пара из этих труб убьет вас. Найдите способ его перенаправить, или вы обречены, как и все, кто здесь находится. Поговорите с уборщиком насчет пара. Идите в комнату уборщика. Отлично, открылась дверь. И записочка какая-то. Уверен, вы знаете, что вчера у котла прорвало один из швов. А выходящим из прорванного шва паром Брюсу чуть не оторвал, не отрезал всю руку. И врач сказал, что возможно все равно придется ампутировать. Поддерживать такое давление в котле слишком опасно. Когда прорвет следующий шов, кто-то может погибнуть. Вот такой хреновин он у нас на деле. Так. Новое задание. Выберитесь из ванной, идите в комнату уборщика, спасите Дженнинга Фостера. Отлично, выбраться из ванной. Так будет интереснее. Играйте по правилам и уцелеете. Тьма иллюзорна. Темнота проливает свет. Отлично, ключик мы нашли. Ничего сложного, как обычно в таких загадках. Ага, давайте-ка оружие возьмем. Рука какая-то. Чемоданчик, смотрите-ка, надо бы туда заглянуть. Только как туда попасть? Надеюсь, сейчас оббежим, посмотрим. Так, ваш взрывающийся ошейник реагирует на определенных врагов с таким же ошейником. При приближении к такому врагу лампочку на задней стороне вашего ошейника замигают. Чем ближе враг, тем чаще они мигают, и тем скорее взорвется ваш ошейник. Когда ошейник активирован, держитесь подальше от врагов с ошейником. Если сохранять дистанцию достаточно долго, ошейник на враге взорвется и дезактивируется. Чувак, иди нафиг. Пошел ты в жопу. Я никуда не уйду. Да. Вот так вот. Так будет нормально. Труп обыскать. Шприц. Отлично. Полный боекомплект шприцов у нас. Главное теперь только не подорваться на каких-нибудь минах, и все будет шикарно. Так, а здесь что такое? Здесь ничего интересного. Обыщите участок и найдите колесо вентиля. Дайте-ка вот эту возьму. Пока что. Так, что написано? Колесо рядом. Чувак, да, слушай, ты охренел, что ли? Блин, он меня зажал. Так, давайте дубль 2 аккуратненько попробуем. А то мне зажимали эти тут устроили. Где вот он тут появился, а? Вот его же здесь нет, какого хрена? Ну-ка, иди сюда. Обыскали труп. И его нету здесь. Ха! Интересно, интересно. Ладно, допустим.
Один раз был, на следующий раз его нет. Хм. Загадка. Так, аккуратненько. Обезвредим. Но все равно они сейчас где-нибудь должны появиться. Подсобное помещение. Предохранитель дает возможность активировать электрощиток. При включении рубильника открывается дверь, включается свет и даже создаются смертельные электрические ловушки для ваших врагов. Подав электричество, остерегайтесь луж на полу. Ух ты. Это нам продемонстрировали, типа, как можно... ножка стола. Не знаю, давайте ножку стола возьмем. Мария, они называют этих людей душевнобольными, но я этого не наблюдаю. Больше не наблюдаю. Они такие же, как и мы, Мария. Здесь есть пациентка по имени Эмма. Она во многом на тебя похожа. Она выглядит как ты, смеется как ты, пахнет как ты. Это все врачи, они держат этих людей в тюрьме. Я написал это письмо, чтобы сообщить тебе, что не приеду домой на День Благодарения. Ты теперь так далеко, я останусь здесь с Эммой и другими друзьями. Мы планируем нечто масштабное. Так, настольная лампа. Во, вентиль, все, отлично. Это тот, о ком нам говорили. Слышишь кого-нибудь? Заткнись! Так, их двое. Как бы мне... Электричество-то, если я включу, то я потом отсюда не выберусь, да? Либо мне надо включить, оббежать. Но они уже рядом. Хе-хе-хе. Хрен ты сюда пройдешь. А, блин. Дай мне ключ, быстро. Я ошибся. Извини, чувак. Я думал... Ой, стой. Так, закройся. Отлично, где-то второй еще должен быть. Иди сюда, кыс. Ладно, пока второго нет, давайте здесь немножко обыщем. Здесь вроде что-то еще должно быть. Главное не дать себя зажать, как в прошлый раз. А так, в принципе, все нормально. Лишь бы, кстати, они мне ловушку не подставили. Электрическую. Погоди-ка, здесь же был второй. Хе-хе-хе, иди сюда. Бум! Да, какой злорадный. Так. Шестеренки, все забираем. Растяжка, шприц, все, у нас полный боекомплект. Ладно, идем ставить вентиль. Где-то еще вот этот должен быть. Почему-то он не появился на этот раз. Ну да ладно, как бы. Нам же проще. Ага, вот, собственно. Ох, ё, стоит ли тут копаться? Ну это вот так вот определенно. Это вот так вот. Это явно вот так. Это нет. Это не так. Погоди-ка, а это как тогда? Вот так. Нет, это не так. Это вот так. Это вот так. Вроде так. Так, свет. Дайте свет. Еще один гвоздь, шестеренки. Я не знаю, стоит ли. Сейчас посмотрим. Нет, ловушка сложная, не буду я там ковыряться. Там, скорее всего, ничего интересного для нас такого нет. Ну, там, типа шприца что-нибудь. В принципе, как-то так.
Ну, собственно, мы уже как бы с этим разобрались. Так-с, куда же нам надо идти-то? Ё-моё, ну его нахер. По-моему, там ничего интересного нет, да? Сейчас, ребята, я вспомню. А, передохранитель. Так что нам по-любому сюда, походу, нужно, да? Ладно, давайте открывать. Так, допустим. К примеру, так. Возможно. Нет, вот это так, по-любому, да? Вот это сюда. Это сюда. Это сюда. Сюда. И сюда. Сейчас посмотрим, где-то должен быть передохранитель. Фигня. Фигня, зря сюда лезли. Где же передохранитель-то? Вот он. Кто-то, дай мне то, что мне нужно. Ох, бляха, муха, как ты не вовремя-то. Дай мне ключ, быстро. Все, отвали. До свидания. Отлично. Потихонечку вникаем в суть, да? Ловушек. Так, погоди-ка. А, все правильно, все правильно. Так, так, ловушки, ребят, ловушки. Главное не забывать, где там могут быть ловушки здесь. Растяжки, в смысле. Блин, одна минута. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, 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 что? Что, куда нам? Нам нужен коммутатор. Быстренько открываем, разгадываем загадку за 40 секунд. Ух, ё. Ну, это было несложно. А вот, собственно, и бойлерная комната, точнее, то место, на котором мы в прошлый раз остановились. Наконец-то. Теперь вы можете перенаправить бар, но будьте осторожны. Действия, которые дают вам пройти, могут позволить остальным бежать из клеток. Нужно отмерять рацион. Бар, первое испытание. Перенаправить бар из этих труб и замедлить детектива Тэпа. Вы обязаны сделать это, уклоняясь от самого бара, чтобы остаться невредимым. Игра в разгаре, так поспешите же, или для вас она закончится. Тэп скоро будет здесь. Да, блин. Так, у нас всего этого навалом. Шприцов целая куча. Я не знаю, куда столько шприцов. Честное слово.
Ага, отлично, отлично, открыли проход. Что это было? Я хочу выбраться, коп. Ой, блин. Чувак, извини, я забыл совсем про тебя. Что-то как Том. Совсем. Скальпель. Взяли скальпель. Крутое оружие, но одноразовое. Прям вот реально крутое. Жалко только... Один раз можно использовать. Не знаю, возьму, наверное, его. Хрен его знает, пригодится. Как крыса в лабиринте. Ну, тут ничего сложного вроде бы нет, да? Немножко придется побегать по стрелочкам. Вроде как-то так. Ага, что здесь интересненького есть? Архивчик есть. У многих больных шизофренией и бредовыми расстройствами наблюдается улучшение при изоляционной терапии. В лечебнице Уайтхерст для этого есть несколько зон. Пациента запирают в маленькой неосвещенной комнате на любой срок. Достаточно для того, чтобы психическая болезнь прошла. Пищу следует давать с регулярным интервалом через небольшое отверстие в двери. Однако некоторые врачи наблюдали улучшение у больных, которым пищу давали нерегулярно и иногда не давали вообще, чтобы голодом вытравить болезнь. Смерть от такого способа лечения нежелательна, но покрывается нашей медицинской страховкой. Вот такие вот интересные методы они применяли. Что-то здесь было, как будто бы. Так, ладно, это все фигня. Это нам не надо. Все отличненько. Все шикарно. Так, главное только не заблудиться. Хотя здесь вообще сложно заблудиться на данном этапе. Что находится внизу? Ну я уже сам посмотрел, что там находится внизу. Опа-на. Бита с гвоздями. Стоит ли ее заменить на наш скальпель? Я не знаю, честно сказать. Я думаю, мы там по пути еще много чего интересного наберем, так что, как бы, хрен бы с ним, да? А, блин, вспомнил я тебя. Помогите кто-нибудь! Ну давай, чувак, давай, давай. Сейчас как раз и скальпель пригодится. Ты испортил мне жизнь! Вот и все, делов-то. Да, скальпель явно пригодился. Так, кирпич, нахрен нам кирпич? Кирпич нам не нужен. Давайте-ка обезвредим, что ли. Не знаю, чтобы самим не подорваться. Где-то здесь то ли вентиль, то ли еще что-то должно быть.
Так. Закрыто? Нет, открыто. Отлично. О, монтировка. Прикольная тема, походу. И предохранитель рядышком. Но нам ничего не дает. Опана, тихо. И нам, походу, нужен сюда. Как же тут... Как же тут... вот оно. Нужен коммутатор или что-то в этом духе. Где же он? Нету. В общем, все надо обыскать. Где-то здесь должно быть. Нету. Где же ты? А, у трупа точно, ё-моё. Используйте вентер, найдите ключ от двери печного зала. Сейчас найдем. Так. Вроде бы так. Нет, не так. Допустим. Допустим. Нет, не так. Вот так вот, наверное, да? Да. Получите ключ от печного зала. Быстро переходите к следующему испытанию. Давление в этих трубах на пределе. Две минуты 30 секунд. Куда бежать? Так, главное не подорваться. Так, мы здесь были. Мы здесь были, ребята. Отсюда мы выбежали. Да ну нахер, куда бежать-то? А, вот. Все понятно. Ну там, по-моему, с запасом дается время, насколько я помню. Ух, бля. Так, сюда вроде бы нам, да? Так, откройте дверь печного зала, спасите Дженкинса Фостера. Как это, открыть дверь? Мы же вроде там что-то открывали. Или я что-то путаю? Давайте-ка подлечимся тут. У нас, по-моему, шприцов дается. Заберем. Отлично. Найдите печной зал. Главное не забывать про ловушки.
Ага, отлично. Ой. Ё-моё, по стеклу. Кто это говорит? Мне нужен ключ. Нормально. Да по... куда ты лезешь, блин? Боже, зачем вы это делаете? Я не хотел никого трогать, просто я был в баре, нужно было ехать домой, он торчал посреди улицы, выскочил прямо под колеса. Я не хотел его сбивать! Вы подставили невиновного. Это был никчемный алкаш, он постоянно нарушал, я всем оказал услугу. Да свершится правосудие. О, Господи, помогите! Вот так вот. Ага. Фотоаппарат. Фотоаппарат я не буду брать, бесполезная на самом деле хрень. Лучше уж бегать с зажигалкой, чем постоянно... чем постоянно везде щелкать и временно освещать вспышкой. Я надеюсь, мы скоро до фонарика доберемся. С фонариком-то еще лучше. Так, почитаем архив. В каждой зоне крыла будет своя аптека и свой шкаф для химикатов. Это необходимо, чтобы в каждом крыле создать запасы фармацевтических препаратов и химикатов на случай, если они потребуются. Сестринский персонал будет ежедневно обновлять эти запасы. Для справки, главным местом хранения фармацевтических препаратов является центральная аптека. А химикаты находятся в хранилище химикатов в подвале. Ух. Ладно, это, собственно, нам как бы не особо нужно. Я все равно ловушки вряд ли буду ставить. Ну, если только так, для прикола. Так, чё как темно тут у вас? Печной зал. Отлично, отлично. Что там по заданию-то? Найдите печной зал. Вот он где-то здесь и есть. Тени толкает твой путь вперед, да? Что тут написано? Так и без перевода. Ну, в общем, понятно. Туша с мясом. Контрольная точка, отлично. Так, стоп, здесь кто-то должен быть, насколько я помню. Надо как-то аккуратненько. Аккуратненько. И, по-моему, здесь ловушки будут. Так. Давненько я уже... проходил эту игру, точнее не всю игру, а там частично я проходил, частично смотрел прохождение. Что-то помню, что-то не помню. Так, ладно. Одну ловушку безвредили. Ох, блин, иди сюда. Давай, сам иди сюда. Давай, 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 давай. Дай мне то, что... Чё-то какой живучий-то. Ой-ей, ой-ей, ой-ей. Не усложняй дело. Ой, ой. Отлично. Ах ты скотина. Что ты мажешь-то?
Все, у нас сломалось все нахрен. Все наше оружие. Главное вовремя, вовремя. А нет, не сломалось, выпало, да? Так, у них же что-то должно быть. Я так полагаю, нет? Больше не обыскивается. Ладно, хрен с ними. А, вот он. А чё такое-то? Вытащите меня отсюда! А как бы и хрен бы с ним, да? Время идет. Убейте врагов и получите ключ от печного зала, ну. Так, только нам нужно какое-то другое оружие. Потому что этим мы его не забьем. Оно у нас сейчас сломается. Давайте что-нибудь найдем. Повеселее. Осторожно, растяжка. Коктейль Молотова. Не знаю, давайте попробуем зажарить коктейлем Молотова этого чувака. Чё-то нихера не работает, блин. Какой-то кривой коктейль Молотова. Опять моя труба дурацкая. Не, хочу его попробовать зажарить. Мне прям вот интересно, что будет, если я его попытаюсь зажарить. Да вообще не работает этот коктейль дурацкий. О, блин, дайте мне оружие. По-быстренькому сейчас его заколотим. Во. Да, блин, все оказалось еще проще, чем я думал. А вот и ключик, собственно. Все, спасите Дженнингса Фостера. У нас последняя сложная миссия. Ну, попробуем, короче. О боже, хватит, умоляю! Здравствуйте, Дженнингс. Напившись, вы насмерть сбили машиной бездомного. Будучи криминалистом, вы точно знали, что нужно скрыть. Но скрыть вину в душе вы не смогли, не так ли? Вы даже отправили невинного человека за решетку вместо вас, лишь бы сохранить свою идеальную жизнь. Но вина все равно грызла вас, разъедала вас изнутри. Если офицер, которого вы втянули в преступление, не остановит лезвие, мы увидим, что же скрыто внутри вас. Фух, ну что ж, пробуем. Быстрее, твою мать! Да и так тороплюсь, как могу. Моглю, как могу. Тороплюсь, как могу. Давай же скорее! Так, 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 так. А, нет, не так. Вытащите меня отсюда! Прошу, быстрее! Так, сюда. Сюда и... малюсенькую сюда. Быстрее! Тороплюсь, тороплюсь я как могу. Так. Вытащите меня отсюда! Давай.
Быстрее, твою мать! Так, вот сюда, так, сюда, вот так, вот так, вот так, вот так. Как-то вот так. И вот так. Нормально. И последнее. Давай, 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 давай. Как же тебя вот так? Здесь вот так. По-моему, так. Не знаю. Не ори, не отвлекай. Как же он отвлекает? Быстрее! Быстрее, так тороплюсь, как могу. Быстрее! Скорее, мать твою! Э, а чё не крутится-то? А что не крутится-то? На чайнике? Быстрее! Какого хера? Быстрее! О, вот теперь заработало. Спокойно, Дженнингс. Это просто реакция на шок. Тихо, успокойся. Сука! Сволочь! Это из-за тебя он выбрал меня! Это все ты! Я? Ты человека убил. Ты убийца! Это был бомж! Без семьи! Он был никому не нужен! А как же невинный человек, которого ты посадил? Как же его семья? Могло и обойтись. Я тебе говорил, не лезь! Но нет же, надо было кого-то арестовать! Ты загнал меня в угол, Тэп! Я был вынужден это сделать! Что ты был вынужден? Уничтожить двух человек, чтобы защитить свой образ жизни? Мне хоть было что защищать. Знаешь, Тэп, мы все здесь из-за тебя! Так что не нужно проповеди! Я не умру за то, чтобы ты поймал злого дядю! Вы друг друга заслужили! Так, ребята, отлично, на этом вторая глава у нас заканчивается. Начинается третья. Давайте посмотрим заодно. Да, началась третья глава Мелисса. Ее мы будем проходить в следующем видео. А пока давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока. И до новых видео.